Патриотический автопробег в поддержку президента Российской Федерации и в честь его дня рождения. К колоннам машин, украшенным государственной символикой, присоединился и городской округ Люберцы. Перед стартом с участниками пообщались мои коллеги. Мне кажется, это важно для того, чтобы, прежде всего, наш лидер чувствовал поддержку и знал, что за ними люди, и Люберцы точно за ним. С самого утра около дворца спорта «Триумф» собралось более 200 машин. Люберчане готовились к автопробегу в поддержку президента России. Участники украшали автомобили флагами и символикой команды Путина. Такие движения сплочают, это круто, это супер. Это побольше вот таких мероприятий. Я хочу поддержать президента, ребят, которые воюют за Россию. Хочу пожелать им удачи. И данное мероприятие, оно сплочает. Елена Селенская тоже приняла участие в акции. Для патриотического автопробега она показала небольшое и необычное представление. Управление машиной в технике прохождения поворотов с заносом под названием «Дрифт». Сегодня мы на автопробеге команды Путина. И мы, дрифтеры, присоединились к этому. Мы хотим показать, что нас нужно не только наказывать, да, уличных дрифтеров. Мы показываем тем самым, что мы за вас. Финиш заезда – Красногорск. Туда съезжались все участники, которых насчитывалось более 2000. От городского округа Люберцы к патриотической акции присоединилось около 300 человек. Россия вперед! Путин вперед! Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.